Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Qubot Quest. И сейчас я покажу вам, как включить и настроить мобильную точку доступа. Итак, для этого мы свайпаем вниз, ищем здесь точку доступа. Если ее здесь нет, нажимаем на карандашик, проходим вниз, ищем точку доступа уже тут. Находим и перетаскиваем ее вверх. Возвращаемся. И теперь, нажимая на нее, мы можем ее включать и выключить. А если мы зажмем на ней пальчик, то можем перейти в настройки точки доступа. Нажимаем точка доступа Wi-Fi. И здесь мы можем настроить название, защиту, можем изменить пароль точки доступа. Также можем автоматически выключать точку доступа, если к нам никто не подключился. Можем настроить диапазон частот Wi-Fi, можем настроить максимальное число подключений, можем сбросить настройки сети здесь. Вот. И на этом все. Спасибо за просмотр и ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.